Таким образом, мы можем взять чайник, подвести его к крану и спокойно заполнить водой. Наш пациент после этого может выполнять дальнейшие действия, которые необходимы в данном кейсе. Это вскипятить воду и так далее. С помощью этой разработки ученые Самарского медуниверситета уже помогают больным рассеянным склерозом вспоминать, как правильно выполнять ежедневно необходимые в обычной жизни действия. Это устройство, а также другие виртуальные новинки для реальной жизни представляют участники конференции «Нейрокомпьютерный интерфейс. Наука и практика». На сегодняшний день проблема цифровизации медицины, они необычайно актуальны не только в сфере реализации национальных проектов, но и в применении в повседневной жизни больниц. Поэтому развитие цифровых технологий именно на Самарской земле будет идти передовыми темпами. За 5 лет проведения конференция выросла из межрегиональной в международную. В Самару приезжают лучшие умы из разных стран мира, чтобы поделиться опытом и наработками в области изучения головного мозга. Сегодня я представлю наши последние данные по исследованиям заболеваний у людей старческого возраста, поскольку это является серьезной проблемой в Японии. В программе конференции не только доклады об использовании нейротехнологий и виртуальной реальности в медицине, но и научно-популярные лекции, а также практикум о том, как интересно писать о науке. То, что ученые с мировым именем охотно приезжают в Самару, знак признания заслуг местных инноваторов. Их разработки уже запускаются в производство, пройдя предварительное тестирование на родине. Очень важный момент, стратегически важный, что первую апробацию, внедрение происходит в нашем регионе. Здесь, конечно, Дмитрий Азаров, его личная поддержка, личное понимание вопроса, который такое решение принял, поддержало правительство, о выделении средств, даже не то, что сам ГМУ, а средств конкретным учреждениям, чтобы они смогли приобрести наши инновационные разработки. Конструктивная площадка на ВАИС Самарской области уже служит ярким примером для других регионов, где можно действительно устраивать такие дискуссионные площадки, где будут собираться инноваторы из разных стран и принимать им совместные решения. Конференция проходит при поддержке регионального департамента информационных технологий и связи. Финальной точкой станут соревнования разработчиков и пользователей устройств на базе нейротехнологий «Нейротлон». Светлана Стрибкова, Дмитрий Столяров. Новости губернии.